театра предупреждает. Отложите ваши стаканы, через несколько секунд начнется. Блядь, это мужики и собака, я лезу в этот момент. О, все, видел. Это, походу, все закрыто. Аня. А, да, зашуруплено. Инвентарь какой-то был. Угу. Ладно, пойдем выше. Пойдем. Смотри внимательно. Нифига тут голубей. Новый день, новый объект. Находимся где-то в школе. Сходим, посмотрим, покажем. Туалет женский. А здесь уж нет, здесь нет. А. Блин, голуби. Офигеть, такое. А? Поле такое офигенное. Надо бы спуститься по вниз. Сколько тут говна, конечно, птичьего. И остатков птиц, ну. Что есть, что есть. Блин, да, тут уже подгнившее. Все. Ну вон еще баскетбольное кольцо сохранилось. У меня в школе такого большого поля не было. Прожектора сохранились. Че, куда? Сам не знаю. Уже видно, что народ ходит сюда. Много что разрисовано. Но мы тут впервые. То есть идем, показываем. Вместе с вами смотрим, потому что сами еще не были. Что ты делаешь? А. Ага. Какой-то школьный музей. Тоже зашуруплен. Значит, кто-то... Значит, не все еще посмотрел тут народ. Замбу, взял бы отвертку. А, вот тут тупик, походу. Вряд ли. А, нет. Так. Смотри, чтобы дошла не висела. Я пока не вижу. Не, нет. Знал бы, взял бы отвертку, раскрутили бы, показали, вы сами бы посмотрели, закрутили бы обратно. Но... Школа большая. Тоже закручено. Все закручено, блин. Это, конечно, печально. Ну, значит, следят за ней. Худо-бедно. Ну да. Фига тут лабиринт. Ага. А? О, кстати, да. Да, даже еще не, мародеры не добрались. Потому что обычно это сразу все разбирается. Так. Ну как, кто в курсе? Это рубильник ВВКУ или ВВКУ? Вентиляционка. Если что, туда петляет гасится. Ну да, тут уже граффити пипец. Да-да. Сразу обратил внимание. Лабиринты, конечно, тут.
Вот, вот эти советские. Советского образца эти звонки у нас в школе еще такие были. Я, кстати, до... Ну, у меня тоже были, да. Не помню, до какого класса учился на одни пятерки, пока не начал ерундой заниматься. Что потом случилось? Потом в моей жизни появился алкоголь, поэтому всем говорю, что алкоголь — это вред. И я начал прогуливать, заниматься всякой ерундой. Ну, тут пусто. Да. Даже вот скажу больше. Моя очень подгорела. Моя ученица до сих пор хранит мои тетрадки и показывает детям, как надо учиться. О, здесь еще класс. Что-то сохранилось. Что потолки такие высокие. Ага. А, здесь были эти. Потом, скорее всего. Лампы висели. Да. Ну да, завандалили. Серьезно. Мы в описании поставим ТикТок, Фейсбук, Инстаграм и Телеграм. Подписывайтесь, смотрите. Ладно. Ладно, пойдем, пойдем. Пока тут. Еще какой-то кабинет. Ох, тут какая парилка вообще. Ага. Знакомые грызки. Тут уже, да. Подсветить. А ты переживал, что холодно будет. Ну, оказывается, да, здесь такая парниковый эффект. Окна-то все закрыты. Ну да, уже все. Хабара нет совсем. Да, в отличие от того, у нас есть видео в одной школе. Там все на местах, весь инвентарь. Тут, к сожалению, уже нет такого. Ну, туда днем подсветить надо. Можно, да, вернуться. Еще разок снять видео, фотографии. Потому что здесь, да, здесь вообще печально. Офигеть, вот это прикольное место. Такое залище. Класс. Как там зал? Хочешь спеть? Давай, выступай. А? Выступай. Гитары нету. Я бы вам спел. Думаю, вам бы не понравился жанр музыки, который я часто слушаю. Место классное. Вот эти стулья, знаешь, есть. И савдеповские, еще варианты. Мне нравится. Мне нравится такая атмосферненькая школа, несмотря на то, что хабара мало, но вот даже вот эта облупившая краска, которая уже такой смолы, такая старая, атмосферно. Мне прикольно, мне нравится, я доволен. Несмотря на то, что да, тут мало чего есть, но все-таки. Ну, в 2015-м это было еще, прикинь. Угу. И до сих пор сохранилось. Так. Сегодня какое у нас число? Сегодня? 30. Тихо. И не пишет. Это было? Че? Подожди. Практически ничего не осталось. Так, мы разве не кругом идем? Да. Мы, по-моему, оттуда пришли. Да, 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 да. Начнем туда дальше. Но ты когда в школе не учишься, ты ее не знаешь на жизнь. Ну конечно, я свою-то слушаешь, когда только начинаешь учиться. На неделю. Где какой кабинет? Чтобы запомнить. Особенно, когда их еще в старших классах менять начинают. А тут ты еще пришел. У тебя не было такого? Было. Что ты приходишь в один кабинет, да, а, блин,
Да, было. Там другие вообще какие-то ученики. О, тут еще. Что там? Доска. Вот, смотрите, здесь какие-то надписи. Это такой был. Тоже 2015, 2016. Интересно, что старые надписи такие. А со времен, когда она еще работала или заброшена уже была? Не знаю. Это еще заброшена. Прикинь, как территория заросла. Здесь уже просто на асфальте деревья выросли. Угу. То есть получается, она уже достаточно давно заброшена. Ну классы все стандартные, какие-то больше, какие-то меньше по размеру. Пойдемте, там в машине. Там в машине человек сидит. Да, мы уже здесь были. То есть нам надо искать лестницу. Мне печально, что отвертки с собой нет, что многие классы закрыты. И как раз те, что закрыты, там как раз таки что-то может быть и есть. Не факт. Ну, естественно, не факт. Кто-то следит. Школа достаточно большая, несмотря на то, что всего два этажа. У меня в школе 4 было. Сортир. Да, сортир. Ёпти, что такие древние, это пиздец. Еще два года. Ух, тиранные сидушки. Это вообще раритет. У меня тоже такого не было в школе. А я не помню, честно говоря. Я уже так давно учился, это было так неправда. Тут мусор. Вон еще кто помнит, такие плафоны, еще даже у кого-то дома такие стояли. Чисто советского времени, я помню, у меня такой в туалете стоял. Опять какая-то... Тоже вентиляция... А, охлаждение. Может быть, кому-то будет интересно. Такие шторки вентиляционные, вообще круто. Да, многие птицы. Сави рум, что это? А? Бля, стрёмные звуки. Ага. А тут птиц, видишь, много как бы птиц. Душевая, что ли, была? Ничего себе. Такой большой душевая, что ли? Слушай, хрен знает, что это было. Непонятно. Я на крышу не полез, только вот золотой вышки. А там он стопудово охраняется. А нам это не надо. Ну да. Мы, конечно, иногда ищем приключения, но не настолько. Кто-то пытался запустить электричество. Я голуби, сука, пугаю. Опа. Нет, все двери закрыли. А, на замок закрыт. Да. А, вот кто создал. Там ничего нету. Стрёмный звук. Птичка залетела. Давай, все, давай. Работа начнет биться. Ну, только атмосфера не так реально. Ну да, такая хоррор. Немножко мрачноватая атмосфера, прикольно. Согласен, да. Мне нравится. Так, а что, все будет? Выше нет? Пойдем вниз. Пойдем. Автомобиль. Автомобиль, да, вы выиграли автомобиль. Там не слишком быстро, слышишь, сплотились автомобили. Ну. Как бы так, а мы тут были? Нет, мы с другой стороны какой-то. Уже непонятно. Конечно, дохлые птицы здесь. Ёпки, что это, для чего? Что это такое? Ну, я не знаю. Да. А чем я выручил? Краска просто все в полу. Все, тупик.
Так я теперь не разбираюсь, где мы были, где мы не были. Мне теперь интересно найти спортзал. А, мы были тут, подожди. A few moments later. Двери еще, ёпт, такие древние. Вот такого типа у нас в школе были. Первый этаж самый мрачный, потому что если выше просто стекла стоят, то на первом обычно убивают, а здесь заколачивают фанеры, поэтому он такой чего-волный. Ух, здесь кухня или что-то. Интересно. О, да. А, это столовая. Охренеть, какое здесь все древнее. Что-то будет делать. О, это посудочно моечная машина была. Моечная? Да. Я на каждом практически забросе чему-то удивляюсь, потому что я-то всего этого не видел. В мое время уже было все более как-то современно, в основном. Поэтому мне каждый раз... Это, это посудомоечная машина в школе. Поэтому мне каждый раз это удивляет. Не, может, на школе... Там еще вроде дальше можно было пройти. Может, вроде дальше можно было пройти. Может, у меня в школе такое было, просто я этого не видел, потому что вот таких замест нас не допускали. Ты не облазил всю свою школу? Нет, не надо было. О. Что тут? А здесь держали прогнившихся учеников. Я надеюсь, что мы выйдем отсюда своим ходом. Охранники нас здесь держать не будут. Мы спокойно выйдем сами. Смотри на лицо, чего. Холодильник. Да, мне просто сама толщина влияет. Ну, кстати, выход. О, нифига, смотри, геркон висел советский еще. Да. Опять на разрыв с цепи. Это во двор. Во двор пока нам, наверное, не надо там. Ну да. Что-то показывает, там просто все заросло. Смотри, птицы уже просто гнезд. Гнезда здесь вьют, поэтому здесь только и летают птицы, и мертвые да, птицы. Да, да. Ну, кто-то дачло раскурочил. Хулиганьё? Да. Хулиганьё? Хулиганьё? Я еще хочу спортзал найти. Спортзал хочу найти. Ну вот мы сейчас пройдем, ниже пройдемся. А, чего, гардероб? По второму этажу ходит. Это гардероб был? Да. Ну, вы говорите, парадная школа. Так, а тут что-то забаронено, да? А, все, я понял. Даже тёлочки тут были. Тёлка, она. Не, да пошли, это с той стороны просто проход. Смотри. Чё? Типа розетка такого образца. А? Розетка такого образца. Да. Охренеть. Я только такие наконечники видел, а сами такие розетки вообще нигде не видел. Ага. Я думал, это китайские какие-то или фигня такие. Нашли детский класс. Тут еще рисунки есть какие-то вот. Наверное, начальные, то есть первый, скорее всего. Или подготовительный вообще класс. Такой матный кот. Толстый. Кстати, мой кот уже такой же. Правда, он у меня черный, вот такой же толстый. А он мне даже еще смотрят с обивкой были. То есть в начальных классах. Не все, конечно, еще есть такие же древние, как он. Вот такого образца, типа того у нас были. Тут даже вот тут она как бы заглянула. Ну да. Не, прикольно, если бы вот в школах такая, да, раскраска была бы в граффити. Ну, если это грамотно сделано, то да.
если не какие-то плетёные нарисованы, а грамотно что-то красиво сделано. Ну, я согласен, да. У нас на работе на одном из центров мы вызывали этого, кто рисует граффити, он красивые рисунки сделали. Так, тут мы тоже были. Понять и простить. Уже давно, вообще, когда в Таллине был. Перед поездкой в Украину. Продал там достаточно дешево. Приехала рано, очень оперативно. Вот. Ладно, потом созвонимся, у нас тут немножко этот... ЧП. Давай.